Всем доброго вечера, всем, кто будет смотреть эфир в видеохостинге YouTube, в нашем партнерском канале ArmVlog и, конечно, всем, кто будет смотреть в Facebook. Давайте буквально 10 секунд подождем, пока начнут заходить наши подписчики. Утром я сделал видео, короткое видео о том, что мы полностью меняем формат наших страниц, наших групп, наших ресурсов. Это было очень важное и, я считаю, необходимое заявление. И сегодняшний эфир посвящается тому, что я подробно буду рассказывать, что поменяется с завтрашнего уже дня в моих страницах и почему это должно поменяться. Ну, во-первых, скажу, что основные изменения у нас произойдут 1 сентября. С 1 сентября, кроме воскресенья, каждый день в течение месяца, это 24 выпуска за месяц, каждый день с 1 сентября будут выходить выпуски в центре объектива. Это означает, что в центре объектива теперь будет ежедневной рубрикой, ежедневными выпусками, которыми мы будем делиться вместе с вами. Это означает, что теперь мы будем работать в студии практически каждый день, в буквальном смысле, потому что мы будем следить за каждой темой, и она будет отражаться в инфоплатформе в центре объектива. Я сразу хочу сказать, что это очень большой шаг вперед, потому что ежедневный выход инфоплатформы в центре объектива, это означает, что вот те выпуски, которые каждый раз набирают по 300, 500, по 20 тысяч репостов, таких выпусков будет очень-очень много. То есть весь Facebook будет практически в выпусках в центре объектива. Несомненно, то, что каждый раз я вижу большое количество репостов и перепостов, я очень хорошо осознаю, что это происходит благодаря вам. И уже сразу же заранее хочу сказать, что так как мы всей командой будем работать ежедневно над инфоплатформой в центре объектива, естественно, во благо Армении, во благо армянского народа и для того, чтобы у всех у вас была независимая информация. Для того, чтобы вы имели альтернативу получить ту информацию, которая не привязана к партии Дашнак Цуцун. Получить ту информацию, которую не пропагандирует Россия. Получить о Армении, из Армении информацию, которую не пропагандирует Карабахский клан, который не пропагандирует Гарегин. Это очень-очень важно для того, чтобы мы сумели знать, что такое правда в информационном вот этом поле, которое, извините, загнило ложью и лицемерием. Второе. Мы с завтрашнего дня больше не позволяем никому материться, ругаться и оскорблять друг друга. Это мы уже много раз объявляли, но сегодня я хочу сказать, что это очень-очень серьезно. То есть положить конец тому, чтобы позволять в социальных сетях оскорблять друг друга. И начну я с самого себя, запрещу себе, уже запретил сегодняшнего дня, даже одно слово в эфире использовать, которое является матерным или чрезмерно грубоватым. Поверьте, я сам не сторонник таких слов. И, собственно говоря, сейчас необходимо это сделать. И, конечно, я призываю каждого из вас, кто будет отныне подписан на меня, привыкнуть к тому, что в наших ресурсах запрещено даже бандитов, даже преступников, даже представителей карабахского клана оскорблять. Оскорблять именно крепкими словечками. То есть мат должен быть запрещен. Называть кого-то негодяем, мерзавцем, это не страшно. Но мат должен быть запрещен категорически. И с сегодняшнего дня я начинаю с себя и запрещаю, чтобы мы использовали некрасивые крепкие словечки. Как мы говорим, что народу это нравится, но я до сих пор шел на поводу у народа. И вот с сегодняшнего дня я хочу идти на поводу тех добрых намерений, которые есть в моем сердце и в моей душе. Я хочу идти на поводу не людей, которые меня смотрят и слушают, а на поводу той цепочки качеств,
и той цепочки принципов, по которым я живу в этой жизни. Конечно, хочу сказать, что мы будем помогать нашим подписчикам, которые живут в самых дальних селах Армении. Мы будем помогать нашим подписчикам, которые больше не ждут справедливости. Я сразу хочу сказать, что каждую неделю я буду со своей командой появляться в различных селах Армении. Это Ширак, это Лори, это Агарак, это Тавуш. Это самые, могут быть, последние села. То есть вы увидите меня в самых неожиданных, самых дальних селах и не очень дальних, да, где мы будем показывать и хорошее, и плохое. Это означает, что с 1 сентября у нас ежедневно будут выходить в центре объектива выпуски, и с 1 сентября наша команда будет раз в неделю снимать ролики на телефон и на качественный, соответственно, микрофон в различных регионах Армении и показывать вам абсолютно неожиданно хорошее и плохое из самых отдаленных точек Армении. Это очень круто, потому что до сей поры у меня не было особенно возможности, но теперь с 1 сентября каждый кюхапет, каждый каакапет должен понимать, что наша независимая платформа может появиться в его селе, и она будет появляться. Да, возможно, нас ждут какие-то неприятные скандалы, возможно, нам придется с кем-то бодаться, слушать чьи-то проклятия, но мы в ответ не будем ни проклинать, ни отвечать, а будем спокойно делать свою работу в рамках закона и в рамках закона о журналистике, в рамках свободы слова, которая предоставляется законами Республики Армения. Поэтому я хочу обратиться ко всем нашим подписчикам, которые живут в дальних селах Армении, которые думают, что мы не приезжаем в их села, мы не знаем, что там происходит, и их гюхапеты, и маспеты, и каакапеты вытворяют все, что хотят. С 1 сентября этого не будет больше. С 1 сентября мы вместе со всеми нашими подписчиками будем появляться совершенно неожиданно в различных селах Армении. Также мы будем совершенно неожиданно появляться в зданиях министерства, в любом здании, где мы можем и имеем право снимать или узнавать ту информацию, которая должна быть донесена и доведена до наших подписчиков, вместе с которыми мы сумеем влиять на ситуацию. Вот это очень важно понимать, что мы полностью меняем все, что происходит в наших ресурсах. С одной стороны, мы становимся более принципиальными, мы становимся более динамичными, мы становимся более информативными, мы становимся более культурными, никакого мата, не занимаясь тавтологией, и начинаю уже с завтрашнего дня вводить уже тему позитива. Мы будем каждый месяц вместе с вами отправляться в различные страны мира для того, чтобы показать, как живет армянская диаспора в этой стране, б, сколько стоят продукты в этой стране, в, как отдыхают армяне, которые сейчас массово выезжают отдыхать. Это очень важно, чтобы люди в Армении и люди в различных странах мира увидели, как отдыхают и за какие деньги отдыхают, и где отдыхают в различных странах мира жители Армении, которые до сей поры не имели такой возможности, как сейчас, столько отдыхать. А я напомню, что аэропорт Зворотнос переполнен, потому что жители Армении массово выезжают уже шестой год после того, как пришел Никол Пашинян к власти. Шестой год массово армяне едут отдыхать, и мы этого не видим в наших соцсетях. Да, мы видим какие-то отдельные фотографии, но завтрашнего дня мы увидим всю изнанку, да, отдыха армян в различных странах мира. И мы с вами завтра начинаем с такой страны, как Кипр. То есть мы завтрашнего дня начнем с Кипра. Сначала, во-первых, я расскажу, что это за страна Кипр. Далее мы вместе с вами проникнем на
пляжики, для того, чтобы понять, что это за пляжи, на каких пляжах наши соотечественники, армяне, приехавшие из Армении, отдыхают. Почему армяне Армении выбирают, например, Кипр, да, с которого я начну. Сколько стоят продукты, то есть сколько стоят яблоки, сколько стоят сникерсы, сколько стоит поесть в ресторане в Кипре, то есть сколько мы потратим денег, если мы будем есть в Кипре. Мы вместе с вами залезем, в буквальном смысле будем залезать в различные отели, где отдыхают армяне. Я отмечу, что сейчас очень много армян отдыхает в различных странах мира, и в частности в Кипре. Кипр — это более дорогая страна, чем многие другие. И вот об этом, обо всем я буду рассказывать. Мы вместе с вами также снимем репортаж о дискотеках. Я вам покажу улицу дискотек, улицу баров, улицу магазинов, сколько стоит одежда в Кипре и так далее и тому подобное. В следующем месяце, в начале сентября, мы полетим вместе с вами в другую страну, где тоже массово отдыхают армяне. И вот так постоянно будем ехать. То есть мы вместе с вами с завтрашнего дня прекращаем просто занудно сидеть в эфирах, и вместе с вами с завтрашнего дня мы находимся в какой-либо стране, в каком-либо селе, в каком-либо городе Армении, да, и с 1 сентября мы каждый день будем смотреть новый выпуск в центре объектива. Вот такие изменения. Дело в том, что до сей поры я не мог быть самим собой. Я в буквальном смысле, можно сказать, проедал сам себя. Почему? Потому что, как мне казалось, что сейчас события в Украине и в Карабахе не позволяют нам быть самими собой. То есть я все время боялся до сей поры, что не надо этого делать, не надо показывать курорт, не надо показывать хорошую жизнь армян. Вот в Карабахе у нас блокада, в Украине у нас люди погибают, в России там хреново, рубль падает. Но нет, мы не должны, мы не будем больше, вот конкретно я во всех своих ресурсах, мы не будем больше работать так, как работали до сегодняшнего дня. Да? Когда мы идем на поводу вашей печали, когда мы идем на поводу вашей грусти, когда мы идем на поводу вашей депрессии и становимся отражением этой печали, грусти и депрессии. Это неправильно, потому что Армения развивается, Армения реально семимильными шагами развивается, есть и проблемы, они связаны со звездной болезнью отдельных людей в правительстве, да, с которыми мы должны вместе с вами бороться. Мы должны вместе с вами, это касается моих репортажей с 1 сентября, мы вместе с вами начнем наносить удары по тем людям, которые потеряли чувство реальности. Мы вместе с вами аккуратно, в рамках закона, культурно начнем наносить удары по каждому, кто заснул. Кто заснул, расслабился и забыл, то неважно, насколько он близок к Николу Пашиняну, насколько он близок к министерскому портфелю, он ответственен перед народом, благодаря которому он пришел и сидит на этом посту. Это надо делать аккуратно, в рамках закона, но принципиально, четко и так, чтобы сам чиновник понял, что мы ему желаем не зла, а чтобы он проснулся и начал работать. Если он не может начать снова работать, то, вероятно, ему надо постучаться в какую-то дверь и попросить себя освободить от должности, чтобы это место занял тот человек, который сможет сделать это. Вот и все. То есть постановка будет тоже такая. Никаких жестких, да, словечек, ноток нет. Все это я буду делать, но без вашей помощи, без преувеличения. Это невозможно делать. Поэтому я хотел бы попросить, особенно, когда с 1 сентября начнут выходить выпуски в центре объектива, чтобы вы принципиально, если вы, соответственно, поддерживаете то, что я буду говорить в моих выпусках ежедневных, чтобы вы делились этими выпусками. Потому что я не телеканал, чтобы просто появиться на экране телевизора, да, а у нас нету сайта, да, где сидит целая редакция. То есть мы можем рассчитывать только и только на вас, на наших подписчиков. Если я вместе со своей командой трачу
много сил на автомобиль, на звукозапись, на монтаж, а монтаж еще будет лучше, чем он был до сей поры, то очень важно, чтобы каждый из вас, сидя в Европе, в США, в России, в Армении, да, и в Карабахе у нас много подписчиков, которые часто боятся делиться, к сожалению, нашими передачами. Очень важно, чтобы вы все это поддерживали и делились этим. Мы должны действительно, несмотря на то, что иногда кто-то погибает от неуставных отношений, иногда бывают столкновения на армяно-азербайджанской границе. Каждый день у нас напряженная обстановка в Карабахе, но мы должны сделать очень важный шаг. Мы должны в наших ресурсах перейти к тому, что происходит. А в реальности большая часть армян живет вот так. Большая часть армян одевается шикарно, гуляет шикарно и правильно делает, да? Что мы должны показывать и на что должны ориентироваться. Мы должны понять, что блогер, который веселый, позитивный, показывает счастливую жизнь, он не говорит, что «эй, вы там с голоду умираете», «эй, вы там в Украине погибаете, а мне плевать». Нет. На самом деле информационные ресурсы должны проецировать позитив. Потому что, почему мы, несмотря на блокаду в Карабахе, да, и на события в Украине, мы постоянно показываем наших гостей, которые приехали из Москвы, из других стран отдыхать, постоянно говорят, приезжайте в Армению, отдыхайте, потому что, если мы не будем привлекать туристов, больше и больше туристов в Армении, соответственно, мы не получим больше доходов для того, чтобы больше заплатить врачам, больше заплатить пенсионерам, больше заплатить ученым, чтобы заплатить вот те огромные зарплаты, которые мы платим водителям новых автобусов и вообще всех автобусов в Ереване. Понимаете? То есть это очень важно. Это очень важно, чтобы вы понимали, что быть веселым, позитивным и проецировать радость, это значит помогать Армении. Это значит стимулировать человека, чтобы он тоже взял чемодан и приехал. Чтобы он понимал, даже если есть перестрелка у тебя в Айоз-Доле или в Геварку-Нике, это не значит, что вся страна должна застуть и сказать, все, мы уходим в траур. Это неправильно. И вот мы над этим должны работать. Возможно, я столкнусь с критикой. Я не знаю. Возможно. Но это правильно. А не так, что «Мекки зогвеля, камеринхоки зогвеля, сах лацумек». Понимаете? Сас тасумасец, вор етеду ирансет чес лацум, ирансет ду чес танжум, урэму ду хайвенасет чес, эс мартик инстенцен асум. Ев ерп ес фотонер экцом, видеонер, вор имен кернерес ека Москваец, Америкаец, утту мэн хуму мэн, ес че вор сакцим мэн, ворпесе уришнер дэн наэн, асэн мэн келэн гэнум. Даже ете мы хат им видео с тасухоки асэцин, мэн келэн гэнук, эт тасухоким повэн сакцим, тогу мэн Айастанум че. Эли чунес, бану эли чунес, анелю, мартик соват мернеме, дуэли стах кеферес анам бан. То есть мы неправильно как-то вот, мы неправильно понимаем, кто чем занят, да, как бы вот. Если какие-то люди думают, что бану чунем анелю, и ты из бан чинли анелю, хаватацек, вор есть вот, что дурсем галю, сэц банэль анэм, а сэм, что я люблю почитать книжку. В последнее время я приучил себя все-таки вернуться к книжкам, посмотреть какой-то сериал, послушать музыку. Поверьте, но не сидеть в Фейсбуке, как кому-то кажется. Понимаете? То есть, если бы мне хотелось, если бы мне было бы нечего делать, то я бы ничего не делал. Все очень просто, да? Вот. Я это сейчас подробно объясняю, потому что потом я не буду это объяснять больше. Вот это завтрашнего дня мы поменялись, и все. Уже больше не будет никаких объяснений. Поэтому сегодняшний эфир, можно сказать, такой подробный, объяснительный. Вот без мартик вангаш там, ничего не сенс похвел, ничего потахель. И я концу, да, это мы кузумек, мы азгин, я мы геркрин окнек, мы петка ханданг. Мы петка асенк, а мы не шлявали нелю. Ич канель ватчин, не а мы не шлявали нелю. Понимаете? И однак я сенс им опрум. Уриш девчика, уриш нравоволюциончика, если ашхаром апрель. Потому что так может каждый день быть война. Каждый день где-то что-то взрывается. Мы не можем все время грустить, все время плакать. И все время слышать, говорить, чек аманчем, чек аманчем. И чипет каес аманчем. Воч мекис, воч повэм гугацель, воч чиновникем, воч партиаунем, воч гнацелем тэмраним тэм цахэль. Ер мартик блогерен насум. Петка болори хет тхрек, инчи петка тхрек болори хет, ова да асэр,
Վասել, որ եթե ինչ-որ, ասենք, մի մասը ազգի տխուր է, մնացածը պետք է տխուր լինեն, բայց մենք 11 միլիոն հայերն ենք աշխարհում, հիմա սա լացենք, 11 միլիոնով արմյան, նամ теперь всем армянам сказать из-за армян Украины и Карабаха, все умирайте с голоду и от горя, разве это честно? Ну как такое может быть? Давайте подумаем, как такое может быть, чтобы из-за армян Украины и Карабаха мы всех заставили умирать от горя, а Армении жить не надо? А нам туристы не нужны? А нам не надо, чтобы наши люди тоже выезжали отдыхать? Кстати говоря, очень важно, чтобы граждане Армении тоже ехали отдыхать. Объясню почему. Во-первых, например, когда я куда-то лечу, да, я оплачиваю армянскому туроператору, да, расходы через банковскую карту. То есть вы обязаны, должны платить за услуги туроператора не наличкой, как это, к сожалению, некоторые делают, а через банковскую карту. Условно говоря, вы купили путевку у Санта-Марии Турс, соответственно, вы платите Санта-Марии Турс через банковскую карту. Это означает, что когда вы едете в Египет, Кипр, Грецию, куда бы вы ни поехали, оплачивая через банковскую карту, соответственно, государство, Минфин, Центробанк, финансовые власти Армении видят эту платежку, с которой мы платим все налоги. В первую очередь продавец этой путевки. То есть, первое, вы платите налог со своей путевки государству. Второе, вы даете работу тому армянину и той армянке, которая продает вам эту путевку. Третье, вы добираетесь до Звартноца, оплачиваете такси. Четвертое, вы покупаете что-то в Звартноце. Пятое, половина наших самолетов армянские авиалинии, армянские авиакомпании, которым вы платите деньги, и они платят деньги пилотам и стюардессам. Таким образом, то, что мы будем показывать из других стран, это в том числе стимуляция граждан Армении полететь в другую страну. И то, что шестой год при правительстве Пашиняна люди массово едут отдыхать, это очень-очень хорошо, потому что раньше они в таком количестве не отдыхали. И когда гражданин Армении, когда гражданка Армении на неделю, на 10 дней, на 2 недели уезжает куда-то отдохнуть, он или она, возвращаясь в Армению, еще лучше работают. Возвращается с другим настроением, потому что когда ты ездишь по разным странам, ты понимаешь, что Армения одна из лучших стран мира без преувеличения. И по сервису, и по ценам. Поверьте, по ценам тоже. Вот я буду все время и цены вам показывать, чтобы вы понимали, какие цены где. Так что то, что мы едем куда-то отдыхать, и то, что приезжают в Армению отдыхать, это очень важно для сбора налогов и для выплаты компенсации семьям погибших, раненым, зарплат. Это все очень-очень важно. Сидеть, рыдать, плакать. Кто будет платить нам зарплаты? Кто будет собирать эти деньги? И вы не смотрите, что сейчас идет рост экономики. Вы не смотрите, что из-за релокантов Армения, да, собирает большие налоги. Это может закончиться. Это означает, что мы должны быть на стреме. Мы должны быть на чеку. Мы должны понимать, то чем больше сейчас собирается налогов, чем больше денег приходит в бюджет Армении, тем больше ответственность по отношению к этим собранным финансовым средствам, которые надо правильно вложить в собственную экономику, в расходную часть, чтобы они максимально все-таки, да, крутились в финансовой системе Армении, понимаете? В том числе развивая внутренний туризм. Почему мы ругаемся по поводу бракованных дорог? Потому что у нас не может быть лишних денег, которые мы можем тратить на Хайринахмен Пенти, а? Пенти Чанапар Сарковный Вра. Алло? Евмек Ерпасмен Денчанек Мертегекнек Лори Мадзум Спитакум Стех Дегайо Пенти Энарель Базя Шкадавар Петкастан Антанен Туна Паен. Воч! Воч! Петкастрахет Пайкарен. Петкамек Мерхаргерит Парон Гнер Саносян, Басатрен, Ворхерика Артенет, Хайкакан момент нере мен камен порас, экстран нере мекса, Веравора Эгель, Бушвеля Экеля, понимаете, такие вещи очень вред наносят большое государство. Очень большой вред. Если человек получил тендер, получил деньги, то он должен выполнить работу, чтобы эти деньги сохранить, чтобы спасти их от разворовывания. И вот в этом режиме давайте работать. Я
Еще раз хочу сказать, что я со своей стороны, со своей командой это делаю. От вас мне нужна поддержка, это репосты, это в частности репосты репортажей с 1 сентября из регионов и репортажей в центре объектива. Те подписчики, которых будет раздражать позитивная тематика моих ресурсов, я пойму, если они отпишутся. Я не обижусь, потому что, к сожалению, есть люди, у которых много грусти, есть много людей, у которых есть какая-то болезнь, есть люди, которые расстались со своими любимыми людьми, и им нужно, знаете, «Ирант мишт узумен тенан мезнит инчвор», «Ага, чиштес, шатат бата, шатава, чиштес, если кокот настать, давай ты поплачь у меня на жилетке, ага-ха-ха-ха-ха». «Эс теперь мартик мез уненк». Եվ նաև կան իմ հետևորդները, մի մասը տենց է, ուզմանստի ու լաց է, որ ես էլ իրանց հետ լաց եմ, ասեմ այո, ինչքան ամեն ինչ վատ, բայց մենք սա պետք է վերացնենք. Եվ մանավանդ ինձ համար է սա շատ կարևոր, քանի որ ես տխուր չեմ, я не могу быть самим собой. Я все время под настроение каких-то депрессивных подписчиков. А почему? Большая часть армян такие деньги тратит, так кайфует, так веселится. Давайте их тоже показывать. И вы увидите, что Армения это не только депрессивные блогеры, которые говорят, все плохо, все ужасно, что делать с Алиевым, что делать с Азербайджаном. Нет. Армения это в том числе огромный океан людей, которые с чемоданами отдыхают в Армении и из Армении летят в другие страны. Будем сравнивать пляжи, супермаркеты, еду, все подряд. Вот такой небольшой эфир. Хотел рассказать, как мы меняемся, что мы будем менять. И еще раз большая просьба не материться отныне больше, не оскорблять и не угрожать. Не нравится, можно отписаться. Не от меня вообще. То есть не материтесь. Вот, давайте станем лучше, веселее, позитивнее, оптимистичнее, даже если происходят плохие вещи. Вот даже если что-то страшное произойдет, я всегда буду в состоянии позитива. Пусть даже люди отпишутся от меня. Но вот я останусь таким. Потому что, что бы ни произошло в стране, что бы ни произошло с нашим народом, нам никто не дает права повесить нос и сказать, мы проиграли. Ясно, да? Нам никто не дает такое право. Мы пережили очень много страшных вещей. И, кстати говоря, те, кто помнят после войны, из Кирвица этого рейка, Мерсирили Левайгет, Арпнейгет, Виктор Худавердзянегет, Евагин Марканцет, Бани Галустегет, Каренигет, Агагин, Канерекет, Инчор Меки Анну Чемтайс. Это Марканцет, мы потеряли цвету, и Бор Лацумен. И как? Аработцы Цирекоя Мутнумек Тун, Окнумек, Окнумек, Карене Шахбазянегет, Боргет. Եվ ինչ է համար ենք մենք դա անում, ասում ենք, որ ինչքան էլ մեր ցավը լինի մեծ, մας պետք է մենք լինենք այն մարդկանց մոտ, ում համար հիմա վատ է. Так должно быть, потому что другого нет выхода. Даже когда человек болеет, надо, чтобы он сам попытался вытащить себя из этого болота, да, которое называется болезнь, понимаете? У меня очень много людей, которые относятся искренне ко мне, есть, которые нейтрально смотрят, вам тоже успеха. Но вот те, кто искренне, я знаю, чувствую, вот. Поэтому я уверен, что вы свое слово скажете. И с 1 сентября, когда будут выходить выпуски в центре объектива, вы превратите вместе со мной эти ресурсы в ресурсы, которые сильнее какого-либо канала, сильнее какого-либо сайта. Я хочу с 1 сентября делать что-то, что сделает меня сильнее всех журналистов. И это неплохая цель. Это не зазнайство. Это не наглость. Это не выпендрежство. Это очень хорошая задача. Да? То есть, кто из нас может больше сделать для Армении? Это хорошая задача. Я это так буду говорить. Я хочу стать сильнее всех. Но не за счет вот наглости, не за счет дерзкости, а за счет объективности, культуры, за счет того, что и в себе немножко убрать те плохие черты, которые я приобрел из-за войны, из-за депрессии, из-за эмоциональных срывов, да? Если мы хотим стать лучшими, мы должны плохие вещи от себя тоже отводить.
Потому что публика никогда не скажет, ты лучший журналист, ты лучший блогер, если я продолжу матом крыть, да? Пусть даже это правильно или осознанно в отдельных случаях. Публика очень требовательна, да, публика очень требовательна. Ну, если она требовательна, значит, соответственно, надо этим требованием, если мы ставим такую задачу. Вот. Булори кляв ерекол у чезарманам, кете вагваниц теман тарбер лини, тарбер еркарнерис, гюгариц, айо даек анум, борбези лини авели хетакти. Как минимум, вам будет интереснее постоянно видеть что-то новое. Новую страну, новое село, новая тема. Каждый день новая передача в центре объектива. Каждый день что-то новое. И ты будешь заходить и говорить, «Эсар мэтнэм аромане эджит кам эджере, кам группанэре, тэнак инчкачка». Тог лени шат хэтактир, бочет кан хэтактир, нейтрал, бас тог лени тарбер. Понимаете? Это будет очень интересно. Немного интересно. Ну так, средненько. О, вот что-то Рома сегодня средненький сделал репортаж. Но это будет разное. Это лучше, чем каждый день по 2 часа заниматься разговорами, пусть даже с нашими уважаемыми блогерами. Всем хорошего вечера.